Всем привет! Всем привет! Ванечке сколько лет? 2 года. Как 2 года? Тебе же уже 3 года. Кому 3 года? 3 года. Скажи, 3 года мне? 3 года мне. 3 года. Ваня подарок получил, машинку. Ну, включай. Баба Надя купил. Кто купил? Баба Надя. Баба Надя Ване подарила, давай. Ты положи на это, на пол, на пол. На полок? Да, не на ковер, а на пол, туда, 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 туда. На ковер? Ой, едет. Едет, едет. Ваня играет. Нравится тебе машинка, что ли? Да. Нравится. Вот Ваня играет в машинку. Ваня большой мальчик? Да. Большой. Сколько Ване лет? Сколько Ване лет? Три года. Вот, скажи, 3 года. 3 года. Большой Ваня, большой. Нет, додавил. Додавил. Вот машинка вот эта вот из Fix Price, она работает, но... Батарейки садятся вообще моментально. Вот вчера это Досма. Он 10 минут катал ее, верещал от удовольствия, и батарейки сели. Вот сегодня утром, ну я не знаю, как сказать, отдохнули, не отдохнули, что ли. Ну вот опять, как будто бы работает, но нужно, наверное, аккумуляторы покупать все-таки к ним. Вот к машинке, вообще к игрушкам из Fix Price, которые требуют батарейки, все нужны вот аккумуляторы. И собачка также, вот она полаяла чуть-чуть, и вот дешевые простые батарейки сдохли. Вот. Аккумуляторы нужны. Вот. Еще один подарок у Вани на день рождения – стульчик. Вань, покажи свой стульчик, встань. Вот он. Какого цвета твой стульчик? Желтый. Желтый. А раньше этот стульчик чей был? Желтый. Это Илюшин стульчик. Это... Илюша, бабушка с дедушкой подарили тоже на какой-то день рождения, что ли. И было это 15 лет назад. Да. Вот сколько лет этому стульчику. И вот он теперь Ванечке перешел по наследству. Да, Вань? Да. Ой, какой классный Ваня получил подарок. А еще что Ваня получил? А? Еще будем подарками хвастаться? Да. Да, давай, сейчас мама покажет. Вот, а еще Ваня, во что Ваня играет? Что это такое у тебя? Паровозик. Это пазлы, да? Скажи громко. Это пазлы. Это пазлы. Ваня сейчас будет собирать паровозик. Да. Ване очень понравилось, и он прям вот так плотненько играет. Долго может сидеть, играть, собирать. Так, вставил детальку. Какого цвета? Это какой цвет? Кабина. Нет, это кабина. А цвет какой? Это стекло. Стекло. Какого цвета стекло? Желтый. Желтый, правильно. Так, теперь колесики вставляй. А? Где колесики? Так, вот ставь. Они. Какого цвета колесики? Синий. Синий. Так. И последняя деталь. Вот, ты еще не собрала. Это что? Еще. Какого цвета эта штучка? Зеленый. Да, правильно, зеленый. Молодец. Трактор будем собирать? Да. Давай трактор собирать. Это трактор, столь. Штоль, трактор. Да. Да. Наверное, трактор. Наверное, трактор. Трактор. Очень хороший пазл, интересный. Как оказалось, в Фикс-Прайсе их большое разнообразие. Там и животные есть, и разные виды машинок, там и куклы какие-то. То есть вот на любой вкус. Вот. Так, это вот кабина какого цвета? Розовый. Розовый, правильно, Ваня. Вот одновременно и моторика, и цвета изучаем. Так, розовый. Дальше что Ваня будет ставить? Колесо. Какого цвета колесо? Голубой. Правильно, сынок, голубой. А это какого цвета колесо? Зеленый. Зеленый. А у Вани маечка какого цвета? Тоже Ваня зеленый. Да, тоже зеленый. Молодец, сынок. Так, стеклышко бери. Где там стеклышко? Какого цвета стекло? Оранжевый. Ну, клади оранжевое стекло. Это подходит. Подходит, да. Так, ну и рама осталась, да? Э. Вот так, молодец, Ваня. Э.
Давай, вот так, так, так. И постучать, чтобы ровненько все, да? Вот так, вот. Вот какая классная картина получилась. Скажи, классная картина. Классная картина. Что еще будем собирать? Такую машинку будем собирать? Да. Давай. Убегать. Вот так. Вот, чтобы игрушки были в целости и сохранности, играть только с ребенком надо, потому что все детали теряются. И если за ним все не собирать, то это получится одноразовая игрушка. А если вот собирать, убирать все, потом опять доставать, то это уже надолго хватит. Да, колеса. Давай вот так. Машину. Колеса укатилось. Ну ты собери. Соберу. Давай машину, кабину ставь. Кабина? Да, какого цвета кабина? Зеленый. Хорошо, правильно. Давай колесико какого цвета? Оранжевый. Второе колесико какого цвета? Оранжевый. А стекла какого цвета? Нет. Ну вот это стекло ты сейчас вставляешь, какого цвета? Нет. Что нет? Не вставляется? Нет. Ну вот, значит, в другое место надо. Ты поворачивай, правильно, правильно ты начал. Поворачивай его. Поворачивай. Да не в ту сторону. В ту сторону. Поворачивать? Да, поворачивай. В ту сторону. Получилось? Да. Вот, вот, вставляй, вставляй, все, сейчас получится. Ну, молодец. Это то? Какого цвета стекло? Голубой. Голубой. И колесик. Оранжевый. Молодец. Молодец, Ваня? Да. Еще будешь собирать? Да. Что еще мы будем собирать? Тут, тут кораблик, кораблик есть. Мячик какой-то. А давай вот такую грузовую будем собирать? Нет, шесть буду собирать. Ну, давай кораблик собирай. Вот сейчас вот он все это разок соберет, и я это сразу уберу от него. И в следующий раз мы садимся играть, как будто новая игрушка опять. Да, Ванюш? Да. Да. Кораблик Ваня будет собирать. Давай. Да. Это парус. Какого цвета парус? Зеленый. Так, а звездочка какого цвета? Оранжевый. Хорошо. А лодка, сама лодка, да, вот она. Какого цвета лодка? Желтый, да. Так, есть. Еще паруса есть. Это вот парус какого цвета у тебя? Какого цвета парус? Голубой. Где голубой? Вот он. Где? Вот это голубой он. Разве? Нет, ну, а розовый. Как? Вот, сынок, я и говорю, что это голубой. Это голубой. Да, это голубой. Ну, это какой-то зеленоватый. Все, собрал, Ваня? Да. Ваня, молодец? Да. На, вот, машинку собирай, вот. Грузовичок. Да. Грузовичок. А еще Ване по наследству достался вот такой вот чемоданчик замечательный от Илюши. И вот он играл с ним целый день, складывал сюда свои всякие машинки, игрушки маленькие, да, сынок? Скажи, да. Тебе понравился чемоданчик? Да. Это кто на чемоданчике нарисован? Это кто? Корова. Корова. Что корова несет? Эти коробки. Коробки с подарками. А вот у нас есть такой вот конструктор. Вот Ване он как бы очень понравился. Но вот я ему показывала, сынок, не надо так делать. Как играть с ним, что строить можно. Как-то его это дело не очень впечатлило. То он, ему нравится, он достает, мне его дает, чтобы я что-то делала, а сам не хочет. Давай вот с тобой попробуем сложить вот сюда его. Получится, если он у нас весь здесь поместится, то он, это как раз чемоданчик будет для этого замечательного конструктора. И мама с ним будет играть, с конструктором. Да, Ваня? Угу. Да, вот давай складывать. Вот, а то он продавался, этот конструктор, в пакетике. И складывать его туда вообще неудобно, в пакетик. А здесь, может быть, вот ему будет достойное место. Если все детали поместятся. Да, сынок? Да. Ты не бросай, а вот так аккуратно складывай. Ты видишь, как мама складывает? Вот надо складывать, а не бросать, Вань. Вот так вот. Сейчас мы с тобой как пазл его соберем. Получится у нас его сюда весь сложить или нет? Да, сынок? Да. Складывай, дорогой. Да. Вот, Ваня, складывай. Нет. Ваня, складывай. Давай. Вот это какой цвет? Вот, вот это какой цвет? Красный. А вот это вот? Оранжевый. Оранжевый. А вот это какой, Вань? Это сумка. Фиолетовый. Какая сумка? Это сумка. Сумка это. Это еще сумка. Еще сумка? Да. Какая сумка? Давай, складывай, складывай.
Еще складывай. Да, складывай. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Угу. Да. Сейчас мы проверим, закроется коробочка или нет. Если закроется, то нам очень повезет. Да. Закрывай. Закрываю. Так, на замочек закрывай. Замочек? Да, как на замочек закрывать? Где? Все. Ты смотри, как здорово. Вот у нас теперь, где будет храниться конструктор новый. Да, сынок? Вот как хорошо поместилось. А я не письмил. Вот это удача. Да, Ваня? Да. Скажи, вот это удача. Вот это удача. Ваня, будешь ежика учить считать? Да. Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. А большой мальчик? Да. Да. Ваня знает, как животные разговаривают? Да. Да, как собачка разговаривает? Гав. Лает собачка, лает. Да, говорит, гав, гав. Как коза разговаривает, коза? Мяу. Хорошо. Да. Еще каких животных ты знаешь? Корову знаешь, корову? Му. Скажи, корова. Корова. Му. Му. Да. Гусь, скажи, гусь. Га, га-га. Гусь, га-га. Стихотворение про гуся знаешь? Да. Какое? Я гусь. Гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ну, летите. Как хотите. Нет, сначала, ну, летите домой. Ну, летите домой. Серый волк. Под горой. Не пускает нас домой. Не пускает нас домой. Ну, летите. Как хотите. Улетели, можно хотите. Ты что, на ходу выдумываешь, что ли, уже? Ну, летите, как хотите, только крылья. Не пидите. Тоже не пидите. Берегите. Бегите. Ты забыл, что ли? Да. Скажи, Ваня, я большой. Я большой. Какой большой, покажи. Какой ты большой? Голова большая. Голова большая. Вот какой Ваня большой, да? Голова большая у тебя? Да. С чего ты взял? Голову. Голову. Голова большая? Да. Ну, давай прощаться. Говори всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Молодец.